Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале «Москва-24». В эфире программа «Правда-24» и мои ведущие Евгений Додолев и я, Лейла Истрижемская. И сегодня у нас в гостях, я бы сказала, самый очаровательный адвокат Александр Добровинский. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, мы очень рады, что вы сегодня к нам пришли. Расскажите, как прошло ваше время? Пандемия, вы были дома. Что делали? Расскажу. Слушайте, пандемия оказалась совершенно замечательным времяпрепровождением. Вернее, пандемия, конечно, вещь отвратительная, но как я провел 2 месяца, я сам себе завидовал, как в той песне. Я жил на даче у себя, я гулял один с собакой, я играл с детьми, я разбирал архив Орлова и Александрова, потому что уже 4-й том сейчас выходит того, что я издаю. Я написал еще одну книгу, я разбирал старые фотографии и с большим удовольствием смотрел на то, когда мне было там немножко меньше лет, чем сейчас, и с большим удовольствием констатировал, что я совершенно не изменился. Вы не только одну книгу написали, вы и предыдущую пиарили, вот эту, остервенелость. Да, слушайте, это вообще оказалось что-то такое особенное. Это книга, которая называется «Переговоры как искусство». Действительно, в общем, не так просто понять все лагуны переговоров, как это делать, как к ним готовиться и так далее. И я делал теоретическую главу, а потом брал практическую. Практически это были случаи из адвокатской практики, но только те, которые были освещены прессой. И я рассказывал всю подноготную, что там творится, как надо готовиться, что происходит в кулуарах и так далее. И поэтому получилась такая очень симпатичная...